Ветеринарный кабинет «Век» помогает домашним питомцам уже больше года. За это время здесь появились сотни постоянных пациентов, которые обращаются к местным эболитам снова и снова. Одна из первых на прием – американский кокер-спаниель, 7-летняя Абби. Хозяйка Татьяна заметила настораживающие симптомы и обратилась за квалифицированной помощью, доверяя только здешним врачам. Вот у нас возникла небольшая проблема, и мы обратились в эту клинику, замечательную клинику. Здесь можно как получить экстренную помощь для питомца, так и пройти профосмотр. Врач-ветеринар Виталий Коленик рассказывает, такой вид услуг пользуется хорошим спросом. Всегда лучше выявить заболевание в ранней стадии, чем потом долго лечить его. Многие люди стараются наблюдать свое животное на протяжении жизни. Некоторые там раз в год диспансеризацию проводят своим питомцам. Для лечения и диагностики в веткабинете все условия. Продвинутое оборудование значительно облегчает осмотр, а значит, заболевание выявят быстрее. Есть гематологические и биохимические анализаторы крови. Они укомплектованы по последнему слову техники. По конкретным заданным параметрам устройство показывает состояние внутренних органов и электролитный состав крови. Можно сделать снимок и ультразвуковое исследование. Кабинет УЗИ оборудован новым современным аппаратом с чувствительными датчиками. Устройство может выявить заболевание любого органа пушистого пациента, например, болезни сердца, почек и печени. Врач-ветеринар обращает внимание на симптомы, которые должны насторожить владельцев четырехлапых. Самые первые тревожные звоночки – вялость и отказ от корма. Если у вашего животного день-два нет аппетита, не говоря уже про более какие-то сложные симптоматику, рвота, диарея, еще что-то. Соответственно, сразу идем к врачу. Не затягиваем. Кроме лечебного кабинета, здесь есть ветеринарная аптека. Все необходимые медикаменты можно приобрести практически на месте. Работает ветеринарный кабинет на Комарова 1. Без выходных. С 8 до 21. Анастасия Похлестова, Андрей Богдан. Бобруйск, 360.